С вами, как всегда, я, Хатабич ТВ, и да, у нас новое видео, наконец-таки. Так, последнее видео у нас было на, вроде бы, как я апнул 4000 кубков. Ну, сейчас у меня уже 6000 кубков, да, видите, как я расту, я просто такой, хопа, по щелчку пальца, и 6000 кубков. Не знаю, что я сказал, но вот. Короче, у меня есть один сундук, давайте его откроем. Мне, как всегда, ничего не выпадет, это понятно, потому что... Как-то, ну, если бы мне что-то выпало на видео, это было бы жестко, конечно. Видите, у меня почти все на 15 ранге, я даже не знаю, за кого играть, смотрите. 20, 18, 18, 15, 15, 15, так далее... Потом после 15-х идет 13-й, 12-й и 9-й, это 8 бит, за которую очень сложно играть на самом-то деле. Ну, короче, о чем у нас сегодня будет видео? Сегодняшнее видео у нас будет о том, как я буду пробовать играть за крысу. То есть, ребят, давайте пойдем в катку. То есть, ребят, буду в одиночном буду... Я не знаю, я не учил текст, поэтому буду нормально говорить. Оп, 8 бит. Короче, я не буду никого убивать, ну как буду, если на меня будут агриться. А так, в основном, я буду сидеть в кустах. И типа, это можно считать как крыса, потому что... Так, стойте. Уйдем, а то опасно, может, меня... Ёб твою мать. Я реально даун, не спалился. Ну, короче, возможно ли поднять много кубков за крысу? Я думаю, то, что возможно. Если вот так вот не лохануться. Как я сейчас, между прочим, лоханулся. Давайте я отсядем. Да блин. Что? Я понял. Короче. Будем просто сидеть в кустах. Ждать, пока кто-нибудь подойдет. И кто-нибудь подходит. И я такой... Хоп, и стреляю в них. Мне сейчас опасно на самом деле выходить, потому что в правом верхнем, ну, справа в кустах сидит 8 бит, и мне опасно возле него идти. Давайте мы вот так вот пройдем. Давайте с ним потимимся, пожалуйста. Брат, выпусти. Ну ты тупой, реально. Ну, между прочим, он тоже крыса. В смысле, тоже. Ну, короче, вот я думаю, вы поняли, как играть за крысу, потому что мне кажется, что каждый знает, как играть за крысу. А сейчас давайте под музычку, и я ускорюсь, и вы сами посмотрите. Короче, ребят, сейчас у меня возможность убить либо двоих, либо... Короче, вы сейчас сами все видели. Давайте дальше ускоримся. Короче, ребят, вы сами видели, что меня убила крыса. Ну вот это вот реально конченая крыса. Давайте посмотрим, как он сейчас сдохнет. Изи прям. Изи сдох. Ну он хотя бы... Третье место занял. У нас уже на 8 бите 10 ранг, так что это хорошо. 2700 уже. Капец, ребят, я просто сейчас так хотел это бомбануть, чтобы заорать. Я вспомнил, что я снимаю видео. Капец, меня этот тюлень убил.
Ну, конечно, я понимаю. Я тоже сейчас играю за крысу и... Ну, короче, и... все, ребят, не спешите. Идем сейчас в новую каточку. Давайте. Короче, ребят, ускоряемся. Вы сейчас это видели? Если честно, сейчас сам в шоке. Мне Пайпера на самом деле жалко. Не, чисто реально. Выбежал такой прям реально по наглости, как выбежал. Упс. Короче, чё, крыса? Ну чё, пацаны, крыса? Ну, короче, пусть они друг друга убивают, а я пока что постою в своей ульте. И, может быть, кого-нибудь сейчас убью. Ну, давайте, короче, ребят, займем топ-1, нет? Сейчас самое главное не сдохнуть. Ах! Короче, походу я первый сейчас сдохну, потому что, ну, это... Ой! И кто? Да! Первое? У меня первое место? Да! Офигеть, ребята, это жесть полнейшая. Полнейшая жесть, мать вашу. Вы, ребят, сами это видели? Вы это видели? Если честно, я сам немножко не понял. Но вы это видели? Жесть. Офигеть. Офигеть. Ребят, ну короче, давайте у нас будет такая хорошая концовочка. Кстати, последние видео что-то стали мало набирать просмотров. Наверное, просто YouTube не хочет выдвигать мои ролики. Ну короче, давайте, ребят, поставим лайк. Посмотрим это видео, напишем хороший комментарий, чтобы YouTube продвинул мой ролик. А всем удачи и пока-пока.